Добрый день, мои дорогие зрители, подписчики и гости канала. Сегодня на повестке дня у нас планета малого счастья, красавица Венера, в продолжении нашего с вами разговора о планетах. Я благодарю всех моих зрителей, кто смотрит видео, ставит лайки, пишет комментарии. Кстати, если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь на канал, потому что я делюсь только тем, что способна сделать вашу жизнь лучше. Полное имя Шукры – Шукрачарья, что в переводе с санскрита означает «следующей жизни». Шукра в переводе с санскрита также означает «блестящий», «переливающийся» и обозначает сперму, саму семенную жидкость, которая, в свою очередь, эквивалентна самой жизни, так как именно через шукру возникает новая жизнь. И качество жизни, и ее продолжительность зависят именно от шукры, вкупе с праной, конечно, в человеческом организме. Много тысяч лет назад была битва между девами и асурами. Слабы были асуры, побеждали и громили их девы. Но чья-то неведомая сила стояла за плечами демонов и оживляла их бездыханные тела. И устали девы убивать асуров, которые постоянно восставали. Стали искать они причину и узрели того, кто оживлял их бездыханные тела. Это и был Шукра, целитель неповторимый, знавший тайну бессмертия. Знал он также, что лежало в основе ее бессмертия души и тела, и своим знанием мог он оживлять побежденных асуров. И решили девы уничтожить Шукру. Особенно досадовал Шива, и именно он самолично решил расправиться с Шукрой. Поймал он его наконец и проглотил. Попал тогда Шукра в желудок к Шиве, где горел вечный огонь, Джадарагни, Шивы, и где существовала вся Вселенная. Долго бродил по Вселенной Шукра, познал все таинства жизни и, постигнув тайну единства Вселенной, стал молить Шукра о возвращении. Но Шива отклонил его просьбу. И снова начались скитания Шукры. И вновь он просил о возвращении и опять отклонил просьбу Шива. Так повторялось несчетное количество раз, пока, наконец, не сжалился Шива над Шукрачарьей и не выплюнул его через семенную жидкость. И стал тогда Шукра истинным девой. Этот миф повествует о том, как Шукра постиг все таинства физической и материальной жизни, и, приобретя это знание, он стал его куратором. Все то, к чему стремится человек, это атрибуты стула Шарира, наставником чего, собственно, и является Шукра, дающий все материальные наслаждения в этой жизни. Шукра – это великий куратор житейской мудрости, познания жизни с изнанки. Шукрачарья – это представитель Лакшми на нашем уровне, это куратор Камы и Артхи, дающий все то, что человеку приносит ощущение земного счастья. Шукра и Гуру, Гуру – это Юпитер, это самые лучшие благотворные грахи среди всех остальных. Но они являются врагами между собой, по крайней мере, Шукра для Гуру, так как они являются представителями разных принципов. Гуру – это куратор Гурушартхи, способности человека к следованию божественным законам природы, установленным Брахмой. Он же представитель Бога на земле. А Шукра следит за тем, чтобы люди в своем материальном воплощении получали все соответствующие наслаждения и ценности, что привязывают их к Майе, тем самым отдаляют от Бога. Шукра в ведической астрологии – это наставник асуров. А асуры – это те же девы, только в них есть ахамкара. Таким образом, Шукра отвечает за все, что связано с «я» человека. И призвание Шукрачарьи – это давать человеку все. Все, связанное с ублажением его эго. Но суть бесполезности этого заключается в том, что это невозможно, так как главная особенность ахамкары – является то, что ей всегда всего будет мало. И Шукра дает все виды наслаждений для того, чтобы пересытить человека переходящими радостями материального мира и подвести его к главной цели в его жизни, к трансформации его сознания путем его обращения к неприходящей божественной сути. И если сравнить Шукру и Гуру, то аспект Шукры при прочих равных условиях не будет являться упая. От чего бы то ни было, так как Шукра не дает божественной защиты. Таким образом, нахождение Шукры в гороскопе человека также не является решением его проблем. Более того, данная граха в конечном итоге может создать очень серьезные проблемы. Другое дело, что человек далеко не всегда сможет понять, откуда у него сложности. Шукра может дать все возможные наслаждения, но он не даст понимания и не даст мудрости.
Другими словами, человек не будет ценить то, что он имеет в жизни, чего нельзя сказать о гуру. Шукра – представитель зодиакальных знаков весов и тельца. Он олицетворяет людей в возрасте от 15 до 22 лет. Также означает двуногих живых существ, то есть людей, и связан с телесной конституцией вата и капха. В сфере здоровья шукра управляет репродуктивной тканью, или шукра-дхату в аюрведе – это семя, гормоны, а также регулирует функции таза и половых органов. Внутри социального иерархического устройства шукра считается советником или министром, то есть шукра играет очень важную роль в управлении и рекомендациях. По варанашрама дхарма шукра ассоциируется с брахманами, и это подчеркивает его связь с углубленными знаниями и жаждой обучения. Цвета белый, пестрые, яркие пастельные тона, направление юго-восток. Болезни мочеполовой системы, сексуальные, гормональные расстройства. Это все находится под управлением шукры. Стихия вода, вкус кислый, цветы абсолютно все. И такие ткани, как хлопок, шелк, это тоже шукра. Растения, экзотические ягоды, фрукты, белый сахар, конфеты, карамель, специи, белая мука. Все тоже к шукре относится. Форма восьмиугольник. Рост средний, металл серебро, камни это бриллианты, кварц, горный хрусталь, белый сапфир. Как благоприятная планета Венера всегда обогащает тот дом, в котором она находится, и оказывает очень благотворное влияние на все аспектируемые ею планеты, а также на планеты, с которыми она во взаимодействии. Меркурий, Сатурн и ее друзья, Солнце, Луна и ее враги. Марс и Юпитер нейтральны в дружбе с Венерой, хотя Юпитер все же считается врагом. Телец и весы – это знаки, которые находятся под управлением Венеры, и располагаясь в них, она дает очень хорошие результаты. Венера у нас экзальтирует в рыбах и истощение в деве. Она управляет вторым и седьмым домами в гороскопе, соответственно, это дом богатства и дом супружеских отношений соответственно. Эти два дома очень важны в мирской жизни. Как ее оппонент Юпитер, эта планета также приносит богатство. Накшатры связаны с Венерой Бхарани, Пурва Пхалгуни и Пурвашатха. Стрелец и Козерог очень дружественные для Венеры знаки, а Рак и Лев враждебные. Венера становится бессильной в пятом неблагоприятном для нее доме. Лучшее положение Венеры – это четвертый дом, где она получает направленную силу. Наибольшее влияние она оказывает на личность в промежуток 25-27 лет. Имя Венеры, шукра, переводится как великолепный, блистающий, чистый. Венера несет в мир энергию чистоты, энергию вдохновения. Именно она является творческой музой для творцов всего прекрасного. Еще один необычный перевод имени – это семя, так как из маленького семени рождается человек, из маленького семени рождается животное или растение, так и из незаметного, на первый взгляд, творческого импульса могут родиться какие-то великие шедевры. Венера в какой-то степени правит миром, потому что всегда будет взаимное притяжение между мужчиной и женщиной, и всегда этим миром будет править любовь. Когда мы говорим про любовь, мы подразумеваем романтичную сторону отношений. Истинная и глубокая любовь не имеет ничего общего к материальной реальности. Она на 100% духовна. И Венера также дает любовь к себе. Это не имеет ничего общего с нарциссизмом. Любовь к себе проявляется из уважения к собственному телу, к его возможностям. И считается, что только полюбив себя, человек открывает любовь себе и готов и сам дарить любовь, и принимать ее от других. Сильная Венера дает искренность в проявлении чувств к другим. Такой человек будет всегда желаем в обществе, потому что все захотят соприкоснуться с его светлой энергией. Слабая Венера дает очень меркантильную любовь по расчету. Человеку сложно проявлять свои искренние чувства, как правило, эмоции очень шаблонные, взяты у других людей, скопированы. Отсутствует уважение к партнерам. А также все наслаждения, начиная с секса и заканчивая прослушиванием шедевров музыки, являются наследием Венеры в этом мире. Абсолютно все, чем люди наслаждаются, пропитано энергией Венеры. И получая наслаждение, человек как бы расслабляется и на время получает чистоту.
Поэтому наслаждение так сильно ценится в нашем с вами материальном мире. А кроме материальных наслаждений, Венера управляет трансформацией материальных наслаждений в духовные, когда желание удовольствия имеет духовную природу, и человек черпает счастье от общения с духовными сферами. Сильная Венера пробуждает чувства романтики, чистоты, восприятия мира. Очень легко человеку чувствовать себя счастливым. И в жизнь приходит очень много наслаждений, есть возможность испытывать эту самую удовлетворенность. Слабая же Венера убирает вот эту вот способность ярко наслаждаться и получать удовольствие. Иногда даже напрочь отсутствует понимание, что такое наслаждение. Человек не ценит простые радости, и ему сложно почувствовать состояние удовлетворенности. Что касается творчества, абсолютно все области нуждаются в свежести, в новаторстве. И Венера дает вот тот самый первичный импульс к созданию нового. Сильная Венера дает способность создавать красоту, гармонию во всех проявлениях. Человек обретает стиль, элегантность, чувство гармонии, чувство вкуса. Его труд, его творчество, его работы очень ценятся, они всегда желанны. Слабая же Венера создает трудности в понимании стиля красоты, отсутствие понимания гармонии, нет какого-то понятия золотой середины. И возникают сложности с абстрактным творческим мышлением. Что касается партнерства, длительное сотрудничество и партнерство – это теплые и приятные отношения между людьми. Прежде всего, партнерство означает семейные отношения, но также это может быть какая-то длительная дружба крепкая или бизнес-партнерство. Венера создает всегда приятную атмосферу взаимопонимания друг к другу. Венера также создает мощные романтичные союзы на долгое время. И человек может пережить любые трудности, при этом сохранив трепетные и нежные чувства к партнеру. Человек получает от своего партнера очень много наслаждения. Под действием слабой Венеры союзы редко переживают какие-то серьезные жизненные испытания и трудности. Отсутствие атмосферы взаимопонимания, нет верности друг к другу. И, конечно же, недостаток наслаждений от партнера. Женская природа – это миловидность, обаяние, красота, нежность, женственность, умение изысканно одеваться, привлекательность и многое другое относится к внешней женской природе. Сильная Венера одаривает человека женственностью, а слабая Венера делает человека непривлекательным на первый взгляд. Влияние Венеры на мужчин – сильная Венера может сделать чрезмерно зависимым от наслаждений, что может быть серьезным препятствием на пути к достижению цели. Нередко такие мужчины связывают свою жизнь с женской сферой и с женщинами. Когда мужчина часто общается с женщинами, это ослабляет его целеустремленность и концентрацию. Поэтому мужчины-венерианцы чаще всего проживают свою жизнь в стрессе и рассредоточенности. Им категорически необходимо общение с сильными, выносливыми, целеустремленными друзьями. Каркой чего является шукра? Это, конечно, все тайные аспекты жизни, сокровенные знания, те знания, которые человек может использовать для блага в жизни. Все это контролирует Венера. Она также курирует богатство, наслаждение, комфорт. Венера – представитель Лакшми, и то, как шукра чувствует себя, покажет, есть ли у вас способности и возможности получить все это. И более того, обладаете ли вы необходимыми знаниями, знаниями жизни. Это также карака супруга, супруги и половых органов. Вот почему карака и брака, и отношений и для мужчин, и для женщин является Венера. Если шукра плохо чувствует себя в гороскопе, значит, нужно делать упай. Курирует также состояние аджаса организма, значит, хорошая карма для аджаса, вы будете успешными, будут очень хорошие дети. На шукре также завязана физическая жизнь человека, положение Венеры для определения возможностей играет очень важную решающую роль. Индикатор всего, к чему стремится человек в Кали-Югу, с одной стороны показатель того, насколько все это возможно, а с другой это инструмент, помогающий все это сделать, все это реализовать. Индикатор всего, что связано с сексуальной жизнью человека, это анахата чакра, чакра, которая курирует отношения.
карик отношений, и многие отношения сейчас строятся на сексуальной основе. Если секса нет, то и отношений тоже очень часто нет. Основные проблемы в Кали-Югу – это сексуальные проблемы. Последующие проблемы обычно следствие сексуальных проблем. У Шукры есть ситхи – способность воскрешать, оживлять мертвых. Он был носителем специальных знаний, с помощью которых люди избавлялись от любых смертельных, мистических каких-то там болезней. Если Шукра чувствует себя хорошо, то шансы на выживание хорошие. Если нет, ну, опять же, нужно делать упаи. А наиболее эффективными упаями являются йога и тантра, которые находятся под юрисдикцией Шукры. Проблемы Кали-Юги решаются этим способом великолепно. Также проблемы с Шукрой часто могут дать проблемы с системой пищеварения. То, что человек ест, превращается в его сперму, его яйцеклетки. И есть связь между Агни и Шукрой. Шукра курирует все прекрасное, эстетику. Это также карака исполнения желаний и плодов деятельности человека. Если Шукра акцентирована в гороскопе, могут быть способности решать вопросы эзотерическим путем. Если у меня здесь эзотерики, пожалуйста, отмечайтесь в комментариях. Карака запахов, упая – это благовония. Задача Венеры состоит в том, чтобы найти верное определение счастья в понятиях внешнего мира. Счастье – это удовольствие, но в понятиях мира внутреннего счастье – это радость. Можно искать счастье в каких-то приходящих вещах и неизменно его терять, но можно искать счастье в вечном и, обретя, уже не утратить никогда. Однако истинная радость приходит лишь тогда, когда обычное удовольствие, как правило, лишь приводит к страданию, цепляясь за минутное наслаждение и не прозревая будущего. Мы остаемся в ловушке иллюзорного внешнего счастья. Для того, чтобы пробудить высшие энергии Венеры, необходима беззаветная преданность объекту нашей любви, как воплощению высшего сознания. Чтобы усилить энергию Венеры, необходимо воспитывать в себе утонченность, чувствительность, также чуткость, способность любить. Нужно развивать творческие и художественные способности, стремиться к более яркому и точному самовыражению. Очень полезно окружать себя какими-то красивыми вещами, светлыми, приятными цветами. А женщине следует развивать в себе чисто женские качества. Мужчине же следует уделять больше внимания женщинам, которые играют очень важную роль в его жизни, будь то супруга, муза в его творчестве или богиня, которой он поклоняется. Проявление Венеры в гунах. Сатвическая гуна – это чувствительность, утонченность, любовь без каких-либо привязанностей, преданность к партнеру, контроль речи. Речь очень мягкая, теплая, нежная такая харизма, обаяние, доброта, умение прощать, умение создавать особую атмосферу. В раджасе – это пошлость, манипуляции людьми, постоянное зависание на каких-то тусовках, дискотеках, ночных клубах, очень страстная романтика, придание значения лишь внешней оболочке вещей и людей без понимания сути, очень быстро проходящая влюбленность, флирт, метросексуальность у мужчин. Конечно же, здесь будет неудовлетворенность бытовыми условиями, несдержанность в еде, в питье, проблемы с друзьями из-за финансов, взлет и падение в творчестве. Здесь же будет допинг и упреки. Ну а тамас – это неспособность контролировать желания, черная магия, ненасытное вожделение, просмотр фильмов, ужасов, тяжелая музыка, порнофильмы, сарказм, ношение какой-то грязной одежды, феминизм здесь же, вульгарность. И как все это изменить? Концентрироваться на мелочах и находить радость в них. Мужчинам очень важно развивать уважение к женщинам, а женщинам к мужчинам. Носить красивые, но в то же время простые одежды, ухаживать за собой, кушать кислые сладкие фрукты и ягоды, бадбы. Для женщин очень хорошо заниматься танцами, ходить по пятницам на какие-то культурные мероприятия, будь то театр или мюзикл, в кино, спа, шопинг, свидания. Развивать свое творчество, развивать свои таланты, быть целеустремленным, как можно больше употреблять ягод в пищу, фруктов,
носить цвета белый, розовый, фиолетовый, малиновый, одежда в ярких, пестрых, розовых, фиолетовых, малиновых оттенках, носить бриллианты, опал, розовый кварц, алмаз, белый сапфир, кварц, горный хрусталь. Полезно также носить серебро, прослушивание врата Катхи, она есть на канале, принятие молочных ванн здесь же, проведение пудж и яги для шукры, также в пятницу приветствуется почитание Кришны и Радхи. Очень благоприятно держать пост по пятницам, кормить попугаев, кормить павлинов, ухаживать за белой коровой или буйволом, творить добро, жертвовать для театров, ухаживать за цветущими деревьями или за белыми, сильно ароматными цветами, употреблять в пищу бобы, дарить цветы любимым женщинам или делать подарки молоденьким девушкам. На протяжении 108 пятниц или столько, сколько вам лет, носить цветы для божеств в храме, вне зависимости от вашей религии, желательно для женских божеств. Если Венера в падении, то закалывайте волосы изделиями золота. Самый главный секрет успеха в пятницу – украшайте мир вокруг себя творчеством, добрыми словами. Вообще возьмите себе за правило сделать кого-нибудь счастливым в этот день. Уравновешивайте и выплескивайте свою творческую энергию, ведь это станет залогом хорошего эмоционального состояния и, более того, ваших крепких отношений. Пойте, рисуйте, танцуйте, дарите любимым цветы, выражайте свои мысли красиво, и Венера обязательно поддержит и вознаградит вас удачей в этот день недели. Как вы уже поняли, день недели пятница – замечательный день для благотворительности, для проявления чувств, для отдыха, развлечений. Не случайно так много развлечений планируется именно на пятницу. Это лучший день для каких-то культурных мероприятий. Поход в кино, театр, на концерт классической музыки, на мюзикл. В этот день очень хорошо покупать автомобили, предметы роскоши, драгоценности, начинать ухаживание, объясняться в любви. Мужчины, уделяйте больше внимания женщинам по пятницам. Они особенно доверчивы и романтичны в этот день. Если почувствуют вашу заботу, то непременно оценят все по достоинству. Женщины могут встречаться с подругами, посещать спа, ухаживать за собой, делать все для себя любимых и становиться более красивыми. Пятница – очень хороший день для заключения брака. Хорошо также помогать людям в организации брака. Может быть, вы организатор свадеб. Но не подходят для этого дня чрезмерные какие-то аскезы, ограничения. Правда, давать волю разыгравшимся чувствам тоже не стоит. Не нужно стремиться к перееданию, употреблению стимуляторов или алкоголя. Помните, что по пятницам главное – красота и гармония. Мантры: Ом Намо Бхагавате Парашурамая, Ом Шукрая Намах – это мантра имени для Венеры, семенная мантра Ом Шум с кратким У. Также для Венеры подходит общая мантра богини Шрим с долгим И и аффективная другая мантра богини Хрим с долгим И. Мантра любви, красоты, скромности, открытости сердца. Эти мантры следует произносить по пятницам. Биджа мантра Шукры Ом Драм Дрим Драм Сах Шукрая Намаха. Шукра Янтра, вы ее сейчас здесь видите в правом верхнем углу, поможет усилить энергию Венеры в доме, дарует уважение, взаимную любовь к противоположному полу и спокойствие. Венера у нас управляет всеми видами чувственных удовольствий. Она развивает умение творить, видеть прекрасное, любовь к красивым вещам. Янтра Венеры привлекает достаток и красоту в ваш дом. Она делает красивым абсолютно все, что окружает ее обладателя, поскольку под покровительством Венеры находится мочеполовая и репродуктивная система. Янтра помогает избавиться от связанных с этим заболеваний. Регулярное обращение к шукра-янтре поможет разрешить вопросы, связанные с близкими людьми, достичь какого-то взаимопонимания, гармонии, достичь желаемого. Мантра для активации янтры – Ом Намо Бхагавате Парасурамая. Чакры. Четвертая сердечная чакра – анахата. В этой чакре экзальтируют Луна и Сатурн. Луна у нас олицетворяет материнство, умение заботиться, жертвенность, бескорыстную любовь, а Сатурн – это строгость, следование возвышенным нормам, преданность, обязательность и отсутствие привязанности. Все это вместе
дает нам высшее проявление Венеры. Сама же Венера экзальтирует в чакре Юпитера, второй сексуальной чакре Сватхистхана, показывая тем самым, что путь к настоящей любви лежит через следование моральным и нравственным законам. Направление и места. Сторона света, соответственно, юго-восток. В этой части дома очень благоприятно располагать кухню, камин или просто поставить какую-то красивую свечу розового цвета. Желательно, чтобы в этой части дома были красивые богемные вещи, горели свечи, создавая романтику, создавая уют. А места, которые относятся к Венере, связанные с наслаждением места, с красотой, отдыхом, театры, рестораны, кухни, музеи, салоны красоты, модные магазины, концертные залы, йога-студии, магазины украшений, выставки, богемные заведения, музыкальные школы, музыкальные магазины, публичные дома. Здесь же это Венера в страсти и невежестве. И места, часто посещаемые женщинами. Венера Васту, изменение назначения комнаты. Это обязательно должна быть кухня. Если нет, нужно делать коррекции. Котельная, комната для электрооборудования, лестница, гараж. Коррекция на тонком плане – это лампы, свечи, камин, плиты, какие-то обогревательные приборы. Коррекция с помощью света – розовый, голубой, бежевый, фиолетовый. Кстати, если у вас там окно, на него необходимо наклеить пленку. Использование картин – только не пожар, а какой-нибудь костер, ночной, например. Использование янтарь, треугольники и вертикальные линии. Юго-восточный сектор также неблагоприятен для спальни супругов. Я об этом еще не часто очень много говорила, так как в нем наиболее сильна стихия огня. И спальня в юго-восточном секторе может приводить не только к частым ссорам супругов, проявлению агрессии, нетерпимости, ревности, обидам. Спальня в юго-восточном секторе неблагоприятна для мужа, так как очень сильная женская венерианская энергия. Если муж спит в юго-восточном секторе дома или квартиры, то это может сказаться на его сексуальном здоровье и на его потенции. Иными словами, он у вас начнет гулять. Лакшми, жена или супруга бога Вишну. Венера, она соотносится со многими ипостасями богини Лакшми. Лакшми соответствует Венере как богиня любви, красоты и изобилия. И подобно греческой богине Афродите, она вышла из океана на более высоком уровне. Лакшми является собой божественную любовь и преданность. Она дарует мирское благополучие, духовные свершения, ее благосклонности, в частности, для мирского благополучия и счастья, всегда вожделели все человеческие существа. Богиня Лакшми проявляет свою энергию через цветы, имеющие большие размеры, необыкновенную красоту и нежность. Например, цветы розы, цветы лотоса или нарцисса. Обычно эти цветы, после того, как их срезали, они могут жить только за счет любви того, кто их подарил или у кого они стоят. А в минералах Лакшми проявляет свою энергию через фиолетовый рубин, альмандин, лазурит, хризоберил и шпинель, также красный, желтый нефрит. Из металлов она очень связана с золотом. В человеке Лакшми вместе с Сурьей, солнце, управляет анахата чакрой. Она контролирует липидный обмен и углеводный обмен, а также распределение маджи, жировой ткани, по всему организму. Лакшми у нас стимулирует синтез инсулина. Конфликт с Лакшми в прошлом воплощении приводит к тому, что человек не получает красивого и гармоничного тела. Если это происходит в этой жизни, тело становится слишком худым или наоборот развивается ожирение. Я надеюсь, вам видео понравилось и было полезным. У меня на этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, а я вас обнимаю. Хорошего всем дня!